Я Диц Валентин Генрикович. Мне 60 лет. Я приехал из Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, город Когалым. Ой, вы знаете, проблемы зубы были, боже мой, о чем речь? Мне проблемы эти начались где-то лет 40 уже, основательно начались. И дальше все глубже и глубже, и потом уже где-то лет через 45, по-моему, уже все уже стало, уже начались протезы, вообще зубы. Ну, вообще практически остался без зубов. Сделал протезы, там у нас в Западной Сибири сделал протезы. Ну, то ли некачественно были, то ли что, ну, очень мало удовольствия получил от них. Только из-за необходимости, что надо кушать, что надо где-то с людьми общаться, разговаривать. Вот для этого только нужны были протезы. Искал даже, за границей искали по Израилям, по всевозможным там с женой. Но нигде ничего, я человек сам по натуре консервативный, поэтому меня ничто не устраивало. Это где-то ехать куда-то в неизвестность какую-то. Старший сын приехал в гости ко мне, говорит: папа, давай ставим тебе зубы. Я говорю: слушай, ну спасибо тебе, конечно, я сам знаю, где. Он говорит: я вот все нашел клинику, буду там вставлять. Говорю: что там делают? Папа: там делают все, говорит. Что за клиника? Клиника Кано, говорит. Думаю, что за клиника? Ну, бог его знает. Ну, ладно, говорю: сын-то, я согласен, конечно. Вот я говорю: а там ничего, никуда не ехать, ничего нет. Говорит: все там на месте, у нас в Беларуси. Как долго это делать? Я говорю: там мне отпуск надо брать, там месяц или что. Да ты что, говорит, там 7 дней, неделя, не больше, говорит. Ну, что-то поверилось, с трудом. Сын уехал в Москву, я дома. Но меня заинтересовало, начал сыну звонить. Говорю: давай все-таки этот самый, что-нибудь порешаем. Ну, загорелся, в общем. Ну, давай, папа, говорит, что, когда ты согласен? Я говорю: сейчас согласен. Вот он приехал, сам сделал низ, у него тоже с зубами, ну, наследственное, наверное. Сделал зубы. Присылает мне фотку. Боже мой, думаю, господи, сын ли мой это? Говорю: все, я хочу. Ну, что ты будешь сначала, говорит, вниз или вверх? Я говорю: все, я буду сразу ставить все. Максималист такой. Ну, вот мы, Новый год прошел, перед этим с клиникой созвонились. Да, очень быстро, очень надежно все. Ну, через сына, правда, помог, все. Созвонились, они мне сделали как приглашение, выслали свои реквизиты. Ну, все необходимое выслали для того, чтобы приехать в Белоруссию. Я буду своим знакомым, родным на работе. Поверьте, у меня на работе очень хорошая работа, и в хорошей организации работаю, нефтяной. Буду советовать и рекомендовать буду именно стоматологическую клинику Кано и вот этих специалистов, которые здесь работают, которые здесь лечат людей, все здорово, просто это самое. Я знаю, кто приедет уже, поэтому тут даже не вопрос, это уже этот самый. Тут, во-первых, младшего сына привезу точно, ну, это наследственное. Да что привезу, сам приедет, работает сам, тоже зубами проблемы, там, ну, не такие, как у меня, конечно, но молодой, ну, не хочется допускать, чтобы такое было. Приедет сюда, приедет, обязательно приедет сюда, только в клинику Кано, не больше, никуда, никакие Израили, никакие Германии, никуда. Наша белорусская, все стоящее, все достойное. А главное – специалисты. Главное, самое главное – это специалисты.